С 20 по 24 ноября в Сочи и Роза Хутор прошел международный конкурс детского и юношеского творчества «Будущее планеты». Конкурс проводился с целью выявления наиболее талантливых, ярких исполнителей и участников из разных городов нашей страны. В фестивале приняли участие детские и юношеские творческие коллективы и отдельные исполнители в возрасте от 3 до 25 лет. Юные звездочки нашего района Белла Хасанова и Мадина Ямыкова побывали на этом конкурсе и поделились своими впечатлениями. Мы принимали участие в детско-юношеском конкурсе, фестивале, который назывался «Будущее планеты». Оно проходило в городе Сочи, в Роза Хутор. У нас остались очень яркие впечатления, потому что мы познакомились с очень многими талантливыми ребятами. И то, что мы очень рады, что мы близкие подружки и вместе поехали туда участвовать. Я участвовала в этом же конкурсе с подружкой. Конкурс проходил очень интересно, там были очень яркие впечатления об этом конкурсе. Мы выступали на большой сцене, это было прям первый раз мы от дома так далеко как бы уехали и... Очень яркие впечатления об этом конкурсе. Белла и Мадина стали лауреатами второй степени в номинации «Эстрадный вокал». Большой вклад в развитие детского творчества вносят преподаватели детской школы искусств. Воспитанники сердечно благодарят преподавателей, родителей и всех, кто помог в этой поездке. Мы хотим поблагодарить нашего директора Зихохову Нурету Юрьевну за поддержку и наших любимых педагогов Кушхову Сусану Магометовну и Кидакоеву Азиду Учижуковну. Я тоже хочу поблагодарить нашего директора Нурет Юрьевну и мою учительницу по вокалу Сусану Магомедовну. А также хочу сказать спасибо Министерству культуры Республики Адыгея за то, что они нам дали такой шанс побывать на таком масштабном конкурсе под названием «Будущее планеты». И конечно же, хочу поблагодарить мою семью за поддержку в эти дни. Пусть проходят года, но на лицах седых стариков остается беда той войны всех времен и веков. Шли солдаты на смерть, покидая родительский дом, и сражались они за свободу земли, на которой я хочу, чтобы я...